Аэропорт Нью-Дели. Аэропорт Нью-Дели. Синьки, алкашки. Короче, устали сидеть в аэропорту, а сидеть еще 8 часов, замерзли, выходим в люди. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Здрасте, здрасте. Аэропорт Нью-Дели. Какое-то момо. Вот тут купили. Мы так идем менять билет, так нам помогают с обменом билета.
खिला लेगा कोई। अरे मेरे को फोन इधर What the fuck? А что? Я не понял, что он хочет вообще. Он гасить. Чистит мандарин. Я думал, он угасит мандаринки хочет вас. Чисто по знакомству. Блядь, это что вы так контузит, блядь? Олеж, говорю, хочет угостить. Thank you, my friend. Thank you, bro. Кино. Окей. Видео. Жишь. Видео. Мы глянем. Thank you, my friend. Вот он прям здесь находится. Здрасте. Курочка. Просто посидеть или там просто отдохнуть или как-то отмазаться от работы. ₽1600 двое суток. Унитаз не работает, горячей воды нету, клопы, вся хуйня. Уборка в гостинице. Угол мусор смели и все. Индианка идет. А вот гостиница. Фотография не передает всего антуража. Продуктовый в Дели. Тут цены все написаны на товарах, понял? А. Кофе какой хочешь, всякие банановые шейки. Не только банановые, не только шейки. Такая мода вешать на здания. Особенно, как я понял, наверное, на бизнес здания. Типа удачу или деньги. Подают или что-нибудь. Собака, а тебе что надо? Пурпур. Пустынный Нью-Дели когда-нибудь видели? Такой, а то говорят там не проехать, не пройти. Жареная рыбка на тандыре взяли. Две лепешки. Вот дянка. А там крыса на кондиционер пыталась залезть.
Жареная рыбка в тундыре. Крючок в дыре. Рублей 250 на наш. Янка. Янка ищет дели барбекю. Дели барбекю. Вот это Nice Pick. Короче, тут жандарм спал, да вот пацан встал на пешеходном переходе, а, наверное, нельзя. Его чуть палкой не отпиздили. А, давай, говорит, документы тебе внести. А у него телефон складной еще, вот тут, я Samsung, понял? А, вот же его машину, он подъехал, видишь, наверное. Но это не то, не точно. Вот палка, посмотрите, у него. А это что, может, отпиздить палкой? Вот это вот посреди Дели лошадки идут на карете на какой-то. Куда они поехали, непонятно. Чего тут только нет. Посреди Дели. Вот рыдянка тут. И вот еще в чем отличительная особенность Нью-Дели. Собаки ходят по крышам и спят на крышах авто. И могут даже лазить под забором, по деревьям и оттуда прыгать сразу на крышу машины и там спать. Так у них тут семейство, смотри, все одинаковые. И вот еще один семьянин.